Второй неточный. Подбор еще за Гонзагой. Здорово на спинмуве здесь. И один из двух он попадает. И подбор еще забирает здесь. Канафьев Виталий. Два очка. Два очка. Забивает после подбора. Пашин Владимир два очка набирает. Слободенюк, три. Хороший проход. Мощный, два очка в ответ сразу. В транзишене легко набирает. Канафеев. Набирает Канафеев. У нас здесь Эндуан забивает у нас Шаровара. Отличные два шага и реализует. Штрафной тоже попадает. Извиняюсь, 4 очка у Шаровары. Колотит просто. С двух рук. Шаровара. Кузнецов. Слободенюка. Пустобаев, извиняюсь. И 3 очка набирает. 15-9. Очень размеренный темп в игре. Не торопится никуда обе команды. Проход, 2 очка набирает. И... Слободенюк. Попадает оба штрафных, кстати, Бритсон. Номер Пустобоев Виталий, но это вторая трешка для него в первой четверти. И 14-19. 5 очков разницы. Слободенюк, хороший уход. И флотер не... 18 номер, Бритсон Евгений, но это 4 очко для него в этой игре. Этого в пост, и оттуда Милашин не подводит. И аккуратно продавливает соперника. Бэм. Еще одна. Слободенюк. Третья трешка для него в этом матче. Ну и 11 очков на счету Слободенюка. Еще 2 очка себе в актив записывает. Хороший проход от него. Двоечку оформляет. Заброс под кольцо и поля здесь на шароваре будет он. Один из двух попадает шаровара. Слободенюк со средней. Не точно. Через
Через всю площадку передачу дает, но не точно. А, Егоров. Егоров. Егоров снова на Милашина загружает. И Милашин из-под кольца красиво 2 очка забивает. Тут обе команды. Ну и отметить можно Конофеева с 9 очками. И Шаровару тоже с 9. Но на самом деле все уганцы. Егоров, скидка в угол, Борицын не стал бросать. Проход в краску с левой руки не точен. За собой подбирает. На Милаш 2 очка с левой руки набирает. Милашин не точен. Подбор за Бодиняком. Не точен на трешке Драгунов. Орлов. Передачу. Тоже в угол. И тут Шаровара брал. Еще одну трешку. Тоже не попадает. Но тут уже Милашин. Забирает для Гонзаги подбор. На Егорова, Егоров. Ай-яй-яй, Гонзага мяч тут потеряли. Орлов. Орлов здесь в ответ Слободенюк из-под руки красиво забивает лейап. Егоров. Милашин за ним почищает. Хорошее взаимодействие двух игроков. Кузнецов перехватил здесь. Но мяч Гонзаг снова получил. И Егоров 2 очка набирает. 3 из угла. Не попадает. Слободенюк. Слободенюк. Тоже не точен. И мяч Гонзаги переходит. И все заканчивается тем, что свалили просто на у нас Милашине, и Милашин штрафной будет справлять. На Пицына, но прошла она. Слободенюк. Пицын. Спорный мяч все-таки. Хорошее движение мяча у Гонзаги. Егоров выбегает здесь. По бэкдору. Наброс на Милашина, но немножко тут не скоординировались игроки. На дангу наброс. Милашин просто. Удачная передача. И в ответ тоже потеря у Дьюка. Боров. Бэм, еще трешку по Стабаевцу. Орлов. Два очка забивает Шаровар.
Красиво Орлов 2 очка забивает. Кузнецов. Кузнецов кто получает? Орлов. Очка. Ой, извини. Канафеев. Проходит под кольцо Брицин, но за ним красиво почищает шарова. Ой-ой-ой. Летает Брицин, но не сверху, просто забивает. 51-100 счет. Ну и тут двукратное почти преимущество. Одна минута до конца. Слободенюк. Передачу дальше, но... Орлов на перехвате. Три Орлов. И точно. Еще трешка. Нет, не точно Орлов. Заканчивается.